Вялізны курган у самым центры горада. Жыхары шматпавярхоўкі па вуліцы Працы ў Віцебску амаль паўтара года вядуць барацьбу за апоўзнямі. Як толькі пачынаюцца дажджы, зямля спаўзае на тратуары і дзіцячую пляцоўку. Звароты ў розныя інстанцыі з просьбай вырашыць пытанне поспехам не ўвянчаліся. Апошняй надзеяй разабрацца ў набалелым пытанні стала гарачая лінія тэлерадыёкампаніі Віцебск. Наш корэспандэнт Сергей Скол адправіўся ў праблемны двор. Дом номер 8Б по улице Працы у Витебску находится у самом центре города. Шматповерховка выглядит прыгожа и сучасно, але только с одного боку. Уже амаль полтора года за домом находится великая гора земли. У минулом годе, по словам жыхароў дома, за моцных дажджоў проезжая частка дороги летняя опынулася под селевыми потоками. Были залиты дитячие пляцоўкі и тротуары. В марте месяце навезли еще больше земли. Я просто боюсь, что будет, когда будут очередные дожди, паводок. Вот, ну, ограждения, они все рушатся, гвозди торчат, земля сползает на детскую площадку, дети лазят, как вы видите, сами играются. На той детской площадке уже тина, там вода стоит. Очень хотелось бы, чтобы нам помогли, обратили на нас внимание, чтобы у нас действительно был красивый, ухоженный дом, участок рядышком, вот, а не вот это просто гора мусора и грязи. Сусед Алены Салаўёвай таксама не разумее, як у центре города может быть такая проблема. У суседнім дворы прыгажосці парадак. За допомогой Андрей Цибульский звернулся у гарвыканкам, але безвыникова. Пришлось оскардиться у аблвыканкам. В январе месяце я обратился уже в облисполком по этому вопросу, где мне был дан ответ, что этот вопрос решится до второго квартала 2022 года. Здесь уже остался буквально месяц, но, как вы видите, ну, здесь даже ни техники, ничего нет. И навряд ли это будет что-то выполняться. Как высветлила наша здымочная группа, за добраупорядкование этого двора отказывала компания «Витебск Аблсельбуд». Работы повинны были выполнить еще до 30 снежня минулого года, але нечто пошло не так. Теперь пытание по добраупорядкованию территории каля дома по улице Працы находится на контроле во управлении капитального будовництва города Витебска. Вдоль домов 8А, 8Б подрядчиком Витебскоблсельстрой планируется за июнь месяц завершить откосную часть. То есть это сформировать откос, будет работать порядка 3 единиц техники. При формировании откоса ведутся работы по уплотнению. После формирования приступают работать зеленстрой по озеленению данного откоса, где будет применяться георешетка. Она крепится специальными клиньями, засыпается грунтом. Есть своя технология, которая не позволит дальше грунту оползать вниз. Плюс такая технология позволяет быстро укрепить откос и укорениться трава. Дальнейшего сползания не будет. План по добраупорядкованию двора есть. Засталося только Витебск Аблсельбуду и Зеленгасу его выконать. Якосно и у термины. Сергей Скол, Дмитрий Котов, новины, Витебск.